Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 37-й выпуск «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске удалось выполнить одну из задач в лесу, теперь мне нет необходимости разрывать дистанцию для выстрела в голову. Поэтому можем позволить себе вести огонь с любой дистанции, в принципе, по любой части тела. На сегодня есть план запустить улучшение биткоин-фермы, докупив необходимые детали, и я думаю, получится сегодня закрыть квест «Каратель», часть 5, осталось убить троих ЧВК в бронежилете Пака и шлеме 6Б47. Ну и Тарковский стрелок, часть 8, и прокачка владения снайперскими винтовками остаются также на повестке дня. Имбабосик, Назаров Дмитрий, Шалом, Шайтан, Айхаран поддержали рублем, за что вам отдельный респект и большое спасибо. Жму руку, парни. Итак, лес. Поехали снова в лес. Всем приятного просмотра. 3 ЧВК осталось по карателю пятой части, и 3 ЧВК по тарковскому стрелку, только там в одном рейде надо все это дело сделать. Ну и плюс навык, по навыку у меня 25.1, ну, блин, что-то он слабенько качается. Пойдем сначала сходим за Дикого, пойду на развязку. Для биткоин фермы железо поищем. Во-первых, для разогрева, во-вторых, чтобы поменьше деньжат пришлось потратить на улучшение биткоин-фермы. Сходим так на развязку, там короткий рейд в любом случае будет. Минут 10 от силы. Посмотрим, порыскаем там. Вот тебе на. 11 минут, ничего такого, короче. О, даже есть, смотри, ключик от санатория. Нормально, нормально, и бинтик с жгутом. Интересно, даже тайник не открыт. А, нет. Ну да, раскатал губу. На красном таймере по тайникам посмотреть. Ну давай, может, по компьютерам что есть. Часть железяк. О! Наши тут ходят дикие. Ну вот, сколько он? 1050 стоит? Так-то его невыгодно вытаскивать, а конкретно, раз уж за железками вышел, то... Самое оно. Да даже если железо не вынесу, я хотя бы 1100, может 200 наковыряю, я думаю. Хоть времени и мало, но у меня спавн. О, здрасте. Спавн не самый плохой. Вот, пожалуйста, тебе сейчас и сумочка побольше будет, разгрузка. Все в хозяйстве пригодится. У меня... Тропинка хорошая здесь. Я сейчас через верх идеи схожу еще, погляжу там компьютеры. Может, что по пути зацеплю. Свои. И до выхода ДЖД побегу. Там тоже будет еще пару-тройку тайников. 1150-200, я думаю, получится вытащить. У меня там полмиллиона примерно есть в схроне, и этих денег мне за глаза хватит, чтобы... докупить недостающих деталей. Там часть у меня есть. Темень капец, конечно, тут. Подсвечу, наверное. Может, Леву найдем. Лева. Ты где? Нету Левы. Отказался Лева. Ну, такие места очевидные, конечно, уже гонево лутать. Тут все уже чисто. Ни хабаринки, ни пылинки. Ничего нету. Окей. Я без вариантов все выгребли.
Что-то добриш какой-то валяется. ВД. Изолента. Что-то стоит, может. О, сумочку не трогали. Скорее всего. Тут еще на какой? На 11-й, по-моему, кассе, да? Или на 12-й? Что-нибудь должно быть. Сумки, если вот сейчас еще с подсобкой вот этой слева. Там не так часто лутаются. Вот она, красавица. Пусто. Так, тут в помещении, я, если честно, не помню здесь вообще, есть что, нет. Надо будет как-нибудь посмотреть туда, заглянуть. Может, добавили какие-то места, спавна, чего-нибудь. Время от времени это добавляют, что-то меняют, но о таких мелочах не говорят намеренно. Хотят, чтобы это все было сюрпризом. А, по-хорошему в центре бы там прошвырнуться, но у меня уже не вариант туда бежать. Пофиг, чисто на удачу. Может, там трупы какие были бы. А сейчас уже поздняк метаться. Хотя и тут сейчас сколько? Раз, два, три. Три тайничка. Ящичек. О! Где-то в центре тут тайник был. Я, правда, не помню уже под каким деревом. И времени особо нет искать сейчас. Даже не под деревом, а вот здесь, в кустах, по-моему. Опа, точно. Так. Тут кто-то лутал уже, он скинул свечу зажигания. Тут такая огромная. Она по размерам. Да времени маловато. Че эти 10 минут, так я говорю. Чисто прошвырнуться. Патрончики должны хорошо стоить, да? Забрать. Тысяч 100-150, я думаю, в легкую поднял. Если добегу. Еще 20 тысяч, 20, 22 где-то, 25. 3,5 минуты. Я, возможно, даже успею еще сходить на тайничок ближайший. За железной дорогой, который. Если там никто не кошмарит, выход не пасет, не стережет. Да, успею, я думаю.
На бочках может быть. А может и не быть. Лут. Тут ничего не спавнится. Обычно возле палаток есть какое-нибудь барахло. Я уже дальше не пойду смотреть, только этот посмотрю тайничок. О, не лутано. Ой, хорош, 61-е. Ежедневник заберем. Патрончики. О, нормально. Ну все, 1200 есть, это очевидно. Правда, я 61-й патрон, наверное, не буду вытряхивать. Я с 61-м патроном хотел в лес сходить. Как раз, чтобы не покупать их, мне этих патронов 20 штук хватит. Плюс, по-моему, у меня там 62-е еще были. Фиг его знает. Главное сейчас, в общем, зарядить биткоин-ферму. Сейчас поглядим, что там у нас. Убежище. Все, ништяк. Пойдет. Вот так вот хабаришка притащили. Блок питания уже покупать не надо. Ключик, спички. Да не, нормально, я серьезно, тут 1200. Плюс еще если железки эти все продать. О, еще и ДВЛ пронесли. Кота пронесли. Ну все, точно бабла хватит. Доварились. Две печатные платы. Уже экономия какая-никакая. Поехали. 9 блоков питания. Платы. И кулеры. Уа, какие дешевые стали. 42 часа время постройки. Нормально. Как раз за это время чуть-чуть денег подколымем и будем дальше наполнять ферму видеокартами. Все, сейчас мешок еще возьму и все, я готов. Пойду прогуляюсь с ДВЛ. Патроны я беру простенькие, 80-е, покошмарю ботов, покачаю навык снайперский. И вечерком можно прогуляться вообще в цвет. Ну, то есть, чтобы долго не лазить. Так, чисто осмотримся в округе. Давно хотел оглядеться с самой высокой точки в лесу. Хочется закрыть уже каратель 5-й. Надоело ходить с этой пакой. Я все понимаю, что, ну, как бы снайпер, там, дальняя дистанция и все такое. Но есть моменты, когда боты либо вплотную выходят, либо даже не боты, а какие-нибудь ЧВК. И шансов там на выживание с гулькин нос. Ну, ничего там, фигня. 3 ЧВК всего осталось. Добьем сегодня. Так, вот так вот. Я опять недалеко от минного поля. Вау. Цепляю тайничело. Тайничело. А что такое? УПЗ какие-то. Так. Чисто поглядим, чего тут. Может, какой-нибудь сквозняк тут поймает. Гонять будет. Рядом же спавны есть? Вдруг там сразу трое как заспавнилось. Сейчас троих как размотаю. А фигня это все, короче, тут сидеть ждать не вариант, пойду я тогда на гору, потому что время уже 20 минут восьмого, скоро темнеть начнет, а я хочу осмотреть немножко округу со скал тех.
Ого, ого. Что ты творишь? Это вот прям вот недалеко, вот прям. Прямо подножье снайперской этой скалы. А, так тут смотри, можно еще и на левую сторону. Вау. И северный, и южный. Блокпосты ООН. Намана. Я, где там снайпер? Живой, нет? Отсюда я не увижу его. Вот так вот. Хорошо. И где-то внизу, вон там, как раз и стрельба была. Зачем? А чё? Кто там лазил? Чё потерял? Блин, отсюда ничего такой обзорчик-то, слушай. Охо, причем в... О, нормально. Вот откуда можно палить. Конечно, тут засел и инфу давай, да, на всю карту своим тиммейтам. Еще и если теплачок. Хотя и с оптикой неплохо так видно, да? В хорошую погоду, главное, чтобы погодка не подвела. И вообще нормально. А, сидят смотри, светлоозерские. Сидят, голубчики. Ох, мать, смотри, тут какой обзор. Ну, конечно, я палюсь, сижу, очевидно. Вот ленивый даже заметит. Но обзор здесь открывается просто сказочный. Еще тени не прогружаются на такой дистанции. Да, любые движения практически, но... Правда, вглядываться надо. Но погляди, все как на ладони. Прям вообще. Вот это да. И гряду видно, смотри. И внизу под грядой, если кто лазить будет. Ага, скала с сумкой. Эту скалу плохо видно за лесопилкой. Да, кайф обзоры. Опа. Опа. Неплохо. Скоро уже стемнеет, я предлагаю тогда, карта пустая, скорее всего, вечернее время, тут очевидно делать нечего, снайпера тут не лазят. А кто-то, если по-быстренькому что-то надо, они тут фить туда-сюда и все, и нету никого, как будто бы. Давай немножко подлутаемся здесь, посмотрим, что там у снайпера. А, снайпера, слышите, стреляют. Это кто-то за край карты зашел. Цепь золотая. Ворон. Хорошо.
Может быть и есть где-то на карте ЧВК, но их очевидно не трое, поэтому я... Ну давай, чё ты, запрыгивай. О. Поэтому я буду чисто лутательный аппарат. Пройдемся по округе. Вот где, блин, золотые цепочки-то спавнятся, ё-моё. Лес? Такая вообще карта классная. Особенно... Когда уже все прокачаны и в лесу особо там не горят желанием, потому что здесь экшона не так много. А любителей более-менее спокойного геймплея тоже не так много. Они сделают квесты и, в принципе, уже неинтересно играть как будто бы. Бесцельно лазить по рейдам. Никто не горит желанием. Заберем. Будет как дополнительная волына, на случай чего. Чё, глянем тогда этих светлоозерских, попробуем щелкнуть. С этой скалы, смотри, тоже неплохой обзорчик такой, да? Ну хотя тут... А, тут слишком заросли мешают. Ого, даже до МЧС отсюда видно. В пати идешь, человек 5-4. И одного с тепловизором куда-нибудь на скалы сюда закидываешь. Он чисто координирует. Наводчик. А все, уже там туманище опустился. Блин, долго я провозился там. Далековато, я ничего не увижу там. Ё-моё. Да, и те скалы видно. Но здесь позиция такая палевная, очевидно. Сюда на эту скалу много кто обращает внимание. Вот отсюда, смотри, тоже можно. Но тут обзор определенного только сектора. Чё вы, куда поныкались так? Вы где, пацаны? Блин, я думал, сейчас изи-пизи отсюда их обэтываю. Обстреляю. 35. Сейчас уже подъедут эти, да? Челоботы. Надо шевелить булками. О, нет, не сюда. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я же хирургический набор не взял. Блин, не понос, так золотуха. Чё постоянно-то это самое такое происходит-то интересное? Любопытные Варваре на базаре нос оторвали, а Дисы ноги оторвали. Придется под обезболом лазить. Блин, звездочка не самый лучший. Обезбол. Энергию хавает шибко. Выход у меня на ЗБ-14, так что если чё... А нет, я даже не на ЗБ, а на окраину, наверное, пойду. Но главное, что он в той стороне, типа по пути. И недалеко от лесопилки, и работает 100% окраина.
Вот моя любимая позиция. Темнеет быстро, зараза. Уже даже на такой дистанции не очень хорошо видно. Хотя тут метров 100 максимум. О, вижу, есть. Один отъехал. Остальные где? Походу в синем ангаре. Ой, синим говорю, в сером ангаре. Это ко мне претензия. Я знаю, где он сидит. Я его там уже несколько раз подлавливал. Это сам штурман там сидит. Там такие доски лежат. И вот он между стенкой и досками. Там сейчас мы его оттуда выкурим. Что у нас по вазелину? Подожди. Ух, тут минус 15 точно. А тут 5,5, по-моему. 5 гидрации, 5 энергии. Берешь с собой звездочку в качестве обезбола, обязательно надо брать с собой какой-нибудь МРЕ или искру. Сухпайок надо брать. По 15 за один прием, это вообще нормально. Но зато на гидрацию не влияет. Здесь он где-то сидит. И у меня будет... Вот он. Есть. Хе-хе-хе. Лиса хитрый. Ой, третий. О, пацаны, да вы вообще что-то это. Третьему вообще по барабану было, что кто там стрелял, кто чего. Как стоял, так и стоял. Что, серьезно? Как раз трое вас и было, и всех троих. Что-то вы быстро отдались, ребята. Ну нормально, чё, я тогда ДВЛ беру в кусты, скидываю, по классике, автомат возьму. Ничего, ничего, ЧВК нет, значит, попробуем лута натараканить. Так вот, если чё, и выкинуть не жалко будет его на ПС-ках. Оторванные ноги. Самое интересное, что даже обычных диких нет. Ну, показывай, бро. Вот, мы его автомат забираем. Вот так вот. Ой, рюкзачок у него. По-моему, вот этот тейкдаун. Рюкзак больше, чем мой. О, ключ штурмана даже есть, слушай. А что, если мы этот ключ используем? О, 7-1, я хочу эти патроны. СНБ патрон мне больше не внушает доверия. Кто бы что ни говорил, но мне комфортней. Опачки. Да, он больше. Тейкдаун. Что тогда заберем? Он сюда не поместится. Это внутрь. Там. Какие ПС-ки, ты чего? Тю, я там думал, у него какие-нибудь БС-ки или иголки. А он, вон оно что. На ПС-ках.
Это может пригодиться мне, наверное, да? А как я пока бегал, у меня постепенно, помаленьку, потихоньку уходили очки здоровья, 241. Да, подлечиваться придется. Хотя есть и второй еще и факт. Но забрать можно. Так, чисто как запасной вариант будет. Если еще у Светлоозерских будет эффект, я тогда скину автоаптечку и все, не буду париться. И диких не слышно. Их на самом деле нет, по-моему. Это они первое время где-нибудь там засядут, тихоря в уголку. Ну и ладно. СР-25. Можно броник. Наушники. О! РПС сейчас мы. В хозяйство сразу. О, циклон. О, да ладно, еще лабы ключ. Да тут только на одних лабораторных ключах уже все, можно домой идти. Там трубка, наверное. Да, там трубка, он не поместится. А забрать ходца. Патрон 80-й. Не-не-не-не-не, остановитесь. Остановитесь. Сюда это кикинуть. Вот так вот. Вот так. Циклон это полтинник. ВОК. Сколько они? 1020-25 стоят. Это можно... О, у меня энергии же, смотри, там 16 всего. А, водичка-то не дает энергии. Да, она чисто гидрацию поднимает. Блин, деревня. Ну ладно. Куда мне остальное-то? Тут тоже гидрация энергии. Не, я хромой, мне надо хотя бы вазелином смазаться. То вдруг бежать придется куда-то. Ух ты ж, блин, тоже с СВД. Я думаю, лучше забрать СВД, потому что у меня на носу сейчас Тарковский, господи, не Тарковский, а этот самый. О, слушай, я Тарзан, наверное, на себя натяну. А в РПС-ку... Так вот, хлам поскидываю. Плюс ячейка. Будет дополнительная. Так, чё, куда, кого... Это надо, чтобы был доступ к нему. Вот так вот. Вот. Во, ништяк. Циклон куда-нибудь. Вот сюда можно его. Хоба. Все, про РПС забыли. Аквамари. 6. Он там... О, да, он энергию дает плюс 20. Пофиг. Внедряем внутрь. Смотри, 3 энергии всего. Вот так вот. О, кайф. Теперь до выхода должно хватить. Так, окраина.
В ЗБ, если пойду, я думаю, по темникам сейчас будет сложно с ботами там тягаться. Тем более ноги перебиты. Так, давай, у меня же ключ штурмана, я хотел еще посмотреть. Я знаю, что он стоит 1200 примерно, этот ключ, но надеюсь... А, дождик пошел. Но надеюсь, он себя окупит сейчас. Кто знает, может, там ледоруб лежит, или лев, или ваза, или чайник. Показывай, что там. Так. Во. Во. Все, он окупил уже себя. Отлично. Ключ себя окупил. Так, это на голову. Придется наушники скинуть. Ибупрофен тоже продать можно. Если галочка останется на нем. А если нет, сами будем употреблять. Глушило, глушило. Вот так вот. Лопас сюда. Вот так вот. Во, все. А СНБ не надо, патроны, я их все равно не использую. По крайней мере, пока. Так, что еще? Все уже? Мешок полный, разгрузка полная. Я бы еще, знаете что, я, по-моему, ножны не посмотрел у штурмана. А, нет, посмотрел, пустые ножны. Окей. Ну что, чтобы не нарываться ни на какие проблемы, и чтобы выход наверняка у меня работал, я пойду на окраину, а это будет просто. Я просто сейчас дохожу до воды и вдоль береговой линии до спящего. Просто оргазм для ушей. Сверчки. Дождик кропалит. И ты такой по озеру идешь. Не видно, правда, ни хрена. Но тут больше слушать. Блин, аж самому захотелось куда-нибудь на озеро с ночевкой или на речку. Скоро поеду, бог даст. Посмотрим спящего. Знаю, что ничего не видать, я сам тут иду чуть ли не на ощупь. Плата, ну здрасте, здрасте. Заберем, продадим. О, о, это что? Куда? А мне все равно бейсбол нужно будет. Давай морфия жахнем. Вот так вот. И вперед. Без песни. Славно поработали над звуком все-таки в Таркове. Молодцы, ребята. Все, тут направо мне. Ну все, хороший рейд получился. Не по квестам, конечно. По деньге добротный. Ё-моё, 14500 опыта. За 4 диких всего. Снайпер на скале и светлоозерский штурманом. Мне нравится. А от души вообще притащил. Я как раз эти две СВД оставлю. У меня Тарков... Господи, почему я тарковским стрелком хочу назвать? У меня же впереди каратель 6. 1 300 000. Почти 1,5 миллиона. Ну не почти, а я бы сказал 1,5. Если бы я еще пушки, пердушки все это продавал. Все, пойдем теперь работать. Лес, 10 утра, 10:30. Застраховано все. А то что-то расслабил булки. Начал лутаться опять. Хорошо, между прочими, какими-то рейдами напряженными, когда ты ходишь, ищешь что-то там конкретное и толком ничего не выносишь. Хорошо вот так вот поймать такой спокойный рейд и воспользоваться, выжать из него максимум. Светлоозерский и штурман прям неплохо так деньжат мне подкинули. Как ни крути, хороший рейд, я думаю. В этот раз меня заспавнило возле МЧС базы прям. И это хорошо.
Ой, я бы сейчас, знаешь, как сделал? Я, наверное, так и сделаю. Я сейчас пойду просто ближе к лесопилке, чтобы на подхвате быть. И гряда, будет все слышно, и МЧС, если что, я вернуться всегда смогу. И там, если на лесопилке кипиш какой будет, тоже сразу же смогу прочекать все. Звучит как план. Звучит как план, но стрельбы нет нигде. Надо попробовать, знаете, какие варианты? Надо попробовать самые популярные европейские сервера как-нибудь воткнуть и поиграть на них. В комментариях пацаны писали, да и от кого-то я слышал на каком-то то ли стриме, то ли видосе, я от кого-то слышал. По-моему, Арвен говорил. На Твиче такой тип стримит. Что для ПВП? Германия или Франция? А, попробовать просто поставить. Я уже готов на всякие сквады огромные попадаться, лишь бы выполнить квест. Опа. Сейчас наступит на меня. Что, неужели дикий режим огня переключает? Сейчас начну шевелиться, кусты зашуршат. Ниже травы. Тише воды. О-о. А, нет, мимо. Походу, дикий патрулирует. Есть тут один. Да, вот он. Блин, меня начинают раздражать эти фантомные звуки. Вот фиг поймешь, то ли кто стреляет, то ли кто... Снайпер есть, но это не он стреляет. О, убил, нифига. Еще и в голову, наверное. Так, он вниз улетел, слушай. Можно будет пощупать, сходить. На досуге. Нет, видимо, тоже тишина, рейд. Светлоозерских не видно. Вот, опять. Вот что это за бред? Как понимать этот звук? Хрень какая-то.
тихо в лесу, только не спит барсук. Чем ты зацепился за сук, барсук? Вот и не спит барсук. Опа. Не понял, куда делся? А, вон он. Воу! Подожди. Давай. Вон он! Ух ты, гад. Садара, нормально. Нормально, нормально, братан. 104-й. Ну и в РПС-ке магазина. Сейчас поглядим, что там получится. Ну и пофиг, зато... Может, что-нибудь наколымим. Вот лес я. Забираться. Тут еще возле дороги лежит красавец. Здравствуйте, я к вам. А у него ничего интересного нет. А нет, есть, смотри. Сам Адар мне не нужен. Вот так вот сделаем. Вот. И пойдем тогда уже снайпера там помацаем. Забыл, что в РПС-ке у меня магазина еще. Ай, там восьмерки, ё-моё, я таскаю это все с собой. Вот так. Опа. Дикий. Не, ну точно в ту сторону пойдем. Нет, надо что-то с этим делать. Я тогда проще возьму и на следующий рейд просто пару таких прям с минимальным временем поиска европейских сервера поставлю. Надеюсь, пинг позволит мне там поиграть. Потому что если больше 150 или 160 миллисекунд, то все, амба выкидывает же из рейда. Ух ты, мать твою. Меньше половины. А магазин у меня на 50, по-моему. Меньше половины патронов, 20-15. Не, тогда я, знаешь что, я тогда вернусь, я там у кого-то видел сайгу 9 и патроны как раз 9-19. Заберу патроны лучше и там МЧС полутаю. Вот он. Вот так вот. Сейчас где-нибудь кустик выберу. Припаду, патрики докидаю. В МП5. Так спокойнее будет мне немного. О, круто, еще пару патронов запасных осталось.
Парям попиалимся. И стрельба на лесопилке. Ну сейчас я. Сумочку гляну хотя бы. Может, Лёва лежит там? Э, подожди, а что это? Что там, ящик открытый? Шевелится кто-то, смотри. Это что за хрень? Это ЧВК сидел? Да? ЧВК? Бировец. О, нифига, ты чё тут потерял-то такой сильный? Харон. Чё-то знакомый ник. Где-то слышал. Нормально, нормально. В трофейном бронежилете где-то свой уже скинул, видать. Блин, вот это пухо у него, офигеть. Вот это прикол. Кому расскажи, не поверят. И как мне теперь тебя съесть? А, вот его азимут родненький. Пояс побольше, чем азимут. Вроде как. А тут ничего интересного. Пекарь только если. Так, так, так. Глаза разбегаются. Ничего не понимаю, что происходит. Как мне сделать лучше-то? Что, как скомпоновать? Тогда я свой РПС. Амана-мана. Я тогда в поясе в его потусуюсь. А, полупустой пояс. Опачки. Друзья твои? А. Прикольно. Ну не мешай, я тут кушаю. Где он? А, вот он. Ну а чё не стрелял? Какой-то странный рейд вообще. Не надо этого делать. Очевидно, что этот товарищ попал в какую-то передрягу, что у него бронежилет выбили, и он уже трофейный юнтар натянул. Интересно, девки пляшут. Просто с ума сойти. Здравствуйте. У меня в поясе куча еще целое место. Так что я думаю, лишним не будет здесь поковыряться немножко. Посмотреть сумки. О, на лесопилке там весело. Че, лоботы уже подъехали, что ли? Таблетка. О, аквамари. Вот так вот сделаем. Горох впитаем. Морфий. Как быстро я бейсбол его назначим. Так, что я еще не смотрел? Тут смотрел, по-моему. Нет, не смотрел. Не успел он еще ничего тут залутать. Он только-только подошел, видимо. И я подскочил. БТ. ПРС.
О, пошел процесс. Пошел, пошел, Балтызы. О, присадочка. Сгуха. А мне кажется, там пчелоботы лазят. Лута столько, смотри, что он друг на друга аж напичкан. В сок встроен аугментин. Ага, патронов у меня на донышке. Да ладно, офтальмоскоп. Не, сегодня квесты походу не делаются. Сегодня чисто это лутание. Какой задал темп в начале. Таким и пользуемся. Слушай, а можно, я думаю, МП5 свою скинуть? Она у меня застрахована, вернется. А М1А просто в слот на спину закинуть. Столько места, много освободится у меня. Посмотрим, если что-нибудь интересное тут надубаем. Блин, надубали сухкор. Так, что еще? Еще на вышках можно глянуть. О, тут кухня. Сгуха. Еще таблетки. И чай. Не, надо гадюку скидывать. Сейчас скину куда-нибудь. Блин, да вы чё, парни, нифига до сих пор рубятся. Надо сходить туда. Я так думаю. Вот отсюда тебя никто не достанет. Половина 61-х. Вот там магазин большой. Да, не совсем удобно, но... Дареному коню, как говорится. Хотя, чё дареному-то, да? Пошли на лесопилку. Что-то там долго стреляются. Надо помочь. О, дикий. Привет. Вот и живец на... Обана. Только хотел сказать, живец на открытой местности. А ты куда стреляешь? А, в ангаре ответка им идет. Пойдем посмотрим. Нифига, до сих пор еще лазят тут. Хоть бы ЧВК, хоть бы ЧВК. Как-нибудь здесь примастериться, чтобы и не палевно было мне, и видно, ой, хорошо вот так, да?
Торчу, наверное, из куста. О, да, это ЧВК. ЧВК. Твою мать, промазал. Вон, дикий идет. Сейчас они на него подумают. Блин, дурило, надо было подождать. Посмотри, они ж по-любому тело бы начали бы лутать. Ты как всегда поторопился, блин. Я попал по нему. О! Убил. Ваншот, прикинь. Походу недобиток просто был. Какой-то либо заштопанный, либо недолеченный. Так. Так, там еще один ЧВК. Я карателя закрыл, офигеть. Все, я теперь могу стряхнуть с себя эту паку и ходить в адекватных бронежилетах. Уже не так стрёмно будет выходить на какие-то открытые перестрелки. Походу надолго там засел. Но я бы тоже не высовывался. Суетится, бегает. Интересно, выстрел они мой слышали? Далековато, по-моему, было. Вряд ли он слышал мой выстрел. Он вряд ли понимает, откуда. Откуда его кореша убили. Сейчас бы вон туда метнуться незаметно, да? Я бы этого 1, 2, 3 как раз хорошо бы просмотрел. 100% их увидел дикий на 1, 2, 3. Начал стрелять по ним в ангар. А они в ответ. И убили его. То есть здесь, вероятнее всего, никого нет. Он один ЧВК остался. Диких почекрыжили всех. Вот честно, была бы броня адекватная. Я бы, может быть, так и не соковал. Хотя глупо было бы сейчас к нему спускаться, он вряд ли знает, где я. Он сейчас мечется, там страшно ему. Одесса хитрый. Сейчас все это обойдет. Может, еще за кореша ему сейчас обидно. Он скажет: блин, братан, я отомщу за тебя, отвечал. Или наоборот, он скажет: а, раскидай меня там, забери волыну или что-нибудь. Судя по всему, невысокие ранги. Что-то прям открыто бегают и еще и этим
друг за дружкой прям. Обычно так я делал поначалу, когда играл. Играть начал. Ага, с этой стороны они подскочили. Я не думаю, что они с дома диких пришли. Я думаю, что они приперлись со стороны глубины леса. Там база юсеков, прочие прелести. Все это перелутали, спустились сюда. И здесь стрельба была. Его на КПП труп лежит. Да, на ру серверах чисто на новичков тут надежда. Редко кто играет. Попробую на Европе. А если бы я еще и первого убил не с этой, не с гадюки, а с Мосинки? Вот там у меня вариантов не было, там вплотную я вообще был. Можно было бы рискнуть, конечно. Но он был первый. Я ж, кто же знает, если бы я знал, что здесь еще двое будут, я бы рискнул того с Мосинки щелкнуть. Хотя, скорее всего, с Ирсаса он бы меня щелкнул. Че, ты не убежал никуда еще? Я, походу, он уже свалил. Свалил, и след простыл. А, нет, здесь. Да, он, скорее всего, думает, что я наверху, на поляне. Он даже не подозревает, что я здесь. Они же пришли отсюда. А ты куда пошел-то? Показалось, сидит кто-то. Нет, он друга, походу, забил. Прыгает, прыгает. Понимает, что где-то сижу я. Да иди твою листья. Есть, попал. Но этот выстрел, очевидно, он слышал. Потому что я даже слышал, как он топает. Хоть и глушитель, он 100% услышал выстрел. О, это кто идет? Скажи, что ЧВК. Нет, это дикий. Эх, было бы вообще как в сказке, если бы это тоже был бы ЧВК, да? Я попробую засесть на скале с сумкой. У ангара три выхода, в который он забежал. Здесь, с этой стороны, дверь. И в сторону навеса ворота. Если он понимает, что я с той стороны, я думаю, он здесь в сторону навеса выбежит. Либо если попытается там что-то высматривать, то он будет выходить спиной ко мне. Ногу я ему прострелил, это точно. Так что он пока заштопает ее, пока отлечится. Вот сейчас как раз он должен выбегать. И выход у него только один, сюда, в эту сторону. Вот его надо поймать. На перебежке.
Опа. Да ладно, он сюда бежит. Не-н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 е. А, он не знает где. Есть! Кабанчик. О-о-о-о. Нифига себе. Вот это спецоперация. Все, готово. Десятый уровень. Я, у меня уже голова еле как соображает, я уже тупить начинаю. Так, время есть. А фак? Лутались, лутались, а фак пропустили. Времени немного, но оно есть. Я хочу глянуть, что там его кореш нарыл еще. Все, красный пошел. Я, если честно, думал, что это челоботы тут возятся. А, ну вон оно как бывает, оказывается. Второй уровень, ё-моё. Аленку без галки где-то нашел. В рейд вышел, что ли, с ней? А, поэтому я его, походу, и ваншотнул, что у него бронежилет. Слабенький. Это вот-то картоха была. В ноль выбита, правда. Раз уж на то пошло, долутаем тогда. А, тут все уже. Уже смысла нет тут теряться. О, а вот и дикий с СКС, который изначально по ним стрелял. Который выдал-то эту партию. Красавчик. Респектую, братуля. Ну что, снова у меня полный тейкдаун мешок. Еще и разгрузка битком забита. И причем такое, вроде бы по мелочи, еще и БП, сухпая сейчас питаем. Блин, нормально. Вроде по мелочи, но вот эта мелочь, она вся стоит неплохо. То есть лут у меня неплохой. Даже патронов себе подколымил. Вот тебе и трофеи, блин. Опять я троих убил, но одного из них я убил... ППХи. Ну ничего, главное, что карателя закрыл. Теперь я могу смело без паки двигаться. Какой-нибудь там Defender или Redut. Или вообще что попроще. Ну главное, не паку. Так, что у нас с выходом? Выход не работает. Ах, сейчас бы встретить еще одного беглеца на выход ЧВК. Было бы очень и очень даже неплохо.
А первый, который где-то там с кем-то закусился, с кем-то стрелялся, это 100%. У него был юнтар с галочкой, он в рейде его нашел. Я не думаю, что у него был какой-то бронежилет хуже классом или более разбитый изначально. Он явно где-то с кем-то попал в передрягу. Был вынужден в такой слабый бронежилет. Запрыгнуть. Что-то гундит кто-то. Дикий лазит. Ну, на тебе для кошмара. О, метательный навык. Навык метательное оружие. До первого прокачался. Вот это прогрессия. Вот это я понимаю. Опять я квест, короче, тарковский стрелок не сделал. И придется еще один выпуск делать мне. Но это ничего. Зато я закрыл 100-метровку в голову. И закрыл карателя. Уже неплохо. Я считаю, что рейд хороший получился. 11400, хотя настрелял в этот раз кучу целую, 11 жертв. Военный фильтр питания дикие пронесли, а его... Он что-то стоить должен. Фильтр военный еще... О, да ладно, а что так дешево, 37? А он же на бартер идет, или там два надо реле? Фильтра точнее. Нет, один. Живем, пацаны? А сама ДВЛ-ка глушеная... А тут даже не глушеная, вон 70 тысяч. Странный вообще бартер, конечно. Ну, любители ДВЛ-ок, сейчас ДВЛ-ки, короче, 40 тысяч. Бери и прокачивай навык владения снайперскими винтовками, не хочу. Так, по Сонтре закрываем каратель, часть 5. Завершил я наконец-то этот квест. О, тут еще и планшет с документами он мне выделит. Хорошо, это хорошо. И каратель, часть 6. Это крайняя часть из всей серии каратель. Жетончики у меня уже все наготове. Нужно будет уничтожить 15 бойцов ЧВК из СВД. И этот квест я буду совмещать со 100-метровкой на таможне и на резерве. Так и не получилось мне сделать тарковский стрелок, часть 8, но ничего страшного, руки не опускаются, это всего лишь 2 дня, бывает, что и неделями выполнялся этот квест. Так что, рано или поздно я его все-таки осилю. Есть хорошая мысль, я просто-напросто в следующем выпуске возьму и выберу самые активные европейские сервера, пару штук выберу. Часто очень ходят там вдвоем, втроем, большими компаниями. Туговато, как по мне, идет прокачка снайперских винтовок, 37,7 из 50, я до сих пор на 4 уровне, хотя уже столько отстрелял. Надо стрелять, наверное, не в голову, а прям стрелять по рукам, по ногам этим ботам. Просто выбивать с них очки прокачки этого навыка, да и все. У барахольщика я хочу прикупить тут тряпок кое-каких. Заходишь к барахольщику, вверху вкладка услуги, и здесь можно примерить тактическую одежду. Я первый раз, когда одевался, забыл просто-напросто это в выпуск вставить, а потом уже что-то один выпуск, второй, третий, думаю, да ладно, фиг с ним. А теперь вот хочу прикупить вот такие тряпки. Денег пока есть. Вот такой харсовец будет у меня. А что в старые-то одет? Ну-ка покажи. Покажи. Для сравнения, он было типа и стало. Не знаю, новый более такой посвежее, посимпатичнее, я думаю. Больше сливается, я думаю, с окружением. Сегодня в выпуск не попали также несколько рейдов, в которых не было, ничего не происходило интересного, не выносилось ничего крайне там ценного, просто там по мелочи. Пострелял по диким, побегал по локации, насобирал лута и свалил просто домой. Так что такие рейды упраздняем. И, кстати, был один рейд, в котором я подстрелил одного чувака, а это оказался один из зрителей канала. Интересная получилась встреча. Дмитрий, привет тебе. В этом же рейде долго провозиться мне не удалось, я пошел искать и убивать диких, там же и остался, короче. Хотя настрелял более-менее в этом рейде диких, значит уже не зря там лазил. Я твердо решил, что следующий выпуск я буду делать, подключаясь к серверам европейским. И пусть я нарвусь на какие-то огромные сквады, да пусть даже 5, но хотя бы будет шанс у меня выполнить. А так я просто бегал, и были рейды, где не было вообще ни одного, даже выстрела я не слышал. Они, скорее всего, и были где-то с глушителя, но мне не удавалось встретить ни одного ЧВК больше.
Поэтому на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр, за поддержку, за добрые комментарии, за финансовую поддержку, в том числе отдельное спасибо. Всем хорошего настроения, отличных рейдов. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.